Итак, друзья, здравствуйте всем. Мы на площадке на детской. Хочу вам показать этот здоровенную эту горку американскую для детей. В несколько ярусов. Дети тут как муравьи облепленные. Смотрите. И там лезут, и там прыгают, и тут катаются на качелях. Везде красота. Вот. Малая полезла на горку сама. Это же я бэбиситером работаю. И хозяин нас привез на площадку в парк. Оставил, ну, потом заберет обратно до дому. Горку вам показываю. Какая она из себя здоровецкая. Видите? И с той стороны тоже. Вот видите, дети как балуются. И горка какая большая. А там есть для маленьких горочка. Небольшая. Ой, малая хочет еще на самую большую горку залезть. Такая вот площадка. Много сегодня детей. Ну, сейчас потеплело. И много-много детей. Все, что хотите, они тут делают. И едят, и прыгают. И все на свете. И пикник. А вот там вот дальше еще, посмотрите, даже есть у них стоит барбекю. Мы пока никто не жарит. Девочки играют. Собака вот у них привязанная. Девочки играют. Ну, так вот развлекаются.